Анонс 9 и 10 серии. Сериал «Тверская». В 9 серии убит музыкальный продюсер Новиков. Голова проломлена, из сейфа забрали деньги, но не взяли драгоценности. Тело обнаружил племянник. У него алиби, как и у юной любовницы продюсера. Выясняет, что на вокальном шоу был конфликт. Новиков присудил победу сыну водочного магната Скрибайла. Но потом под давлением общественности победу отдали другому конкурсанту. В 10 серии в районе Тверской происходит ряд странных убийств, связанных между собой, лишь их бессмысленность и оружием, из которого оно совершается. Убийство необходимо раскрыть срочно Соболеву. И операм надо успеть к финальному аккорду разоблачения Неретина. Они украли со склада фуры с их наркотой, и блефуя, Соболев готов отдать ее только в обмен на очень большие деньги. Посмотреть финальные серии вы сможете 28 октября на телеканале НТВ.